Вот, ё-моё, это вот чего показывает? Это получается как? Это получается, что вот мужик этот закрутил шуры-муры с дочкой собственной жены. Причем у нее на глазах, а? То. Ты ничего не понимаешь. Это классика русской литературы на английском языке. Набоков, Лолита. Вот и введение в сексопатологию утверждается. У мужчин за 40 обнаруживается яркое, ясное желание сменить свою старую, надоевшую жену на молоденькую девочку. Ой, какая гадость. И кто такой умный там это написал? Доктор наук Лобков. Слушай, Лобковка, Лобков. Извращенец, чертов. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you. Мама, папа, дайте денег. Мы с ребятами идем в кино. Во-первых, доченька, в кино за девушку должен платить молодой человек, а не наоборот. Тогда пусть папа мне даст. Он ведь все равно мне не родной. Он для меня как молодой человек, даже лучше. Во-вторых, доченька, аморально ходить в кино сразу с двумя мальчиками. Ты должна выбрать кого-то одного, за которого впоследствии, может быть, ты выйдешь замуж, как это сделала в свое время твоя мать. Я ведь не могу выйти тоже за папу, а лучше него никого нету. А я... Таня. Таня! Танечка! А? О, на, возьми. Ни в чем тебе не отказывай. А стой! Еще возьми. И еще ни в чем. Не отказывай. Ах ты. Совсем взрослая дочка стала. А! Да? Да. Да. Папа! Хотел с тобой поговорить, как сын с мужчиной. Как мужчина с сыном. Как мужчина с мужчиной. Если, сынок, обсекся, это к матери. Да, я знаю. Я хотел спросить. Танька, ведь она не родная твоя дочка. К счастью, нет. Стало быть, она мне не родная сестра. Стало быть, не родная. Стало быть, в принципе, фигурально, так сказать, выражает языком компьютерной гиперболы. У нас мы можем друг другу ведь понравиться. И впоследствии, в далеком последствии, у нас же могут быть дети. Дети, сынок, могут быть и у черепахи со слоном, говоря фигурально. Но это будут дети-уроды. Сфинксы. Если тебе заняться, сынок, нечем, я тебе занятия найду. Года на два. Я понял, папа, это язык иродии. Ой, здрасте, дядя Вась. Вы Пашку можно? Можно. Но Машку за ляжку. А Пашка в армии. По стопам отца пошел, прапорщиком будет, увезет мичманом. Как так? У него же это, диатез, плоскостопие и зрение минус 20. Ага. А, это, наверное, дядя Вась шутит. Старая шутка, дядя Вась. Да, никакая это не шутка. Парень призывного возраста, ну, связи мои знаете, я в военкомат. Позвонил, говорю, парень тут укрывающийся, говорю,
они его бах-бах-бах-бах. А, так сказать, служат. А вы там случайно, дядя Вась, Таньку-то не сдали в армию? Татьяну не сдал. Дома ее нет. Папа, кто там? Ай, дядя Вася, взрослый человек. А ты. Можно к вам? Так, куришь? А? Еще и пить буду. Ай, слава богу, поводов повеселиться теперь. Да. Намек понял. Это ты о Пашке. Да. Это я его в армию сдал. 18 ему уже давно стукнуло. А родину защищать некому. В животе бурлит. Жрать есть? Боюсь, что нет. Таня дома не кушает. А я не хочу. Папа. Танюша, ты это... Папой ты меня не называй, я же все-таки не родной отец. Да я папа. То есть Вася. Денег хотела попросить, мы с ребятами в кафе решили сходить. Вот. Тут я, Таня, впрочем, с матерью-то твоей согласен. За девушку платить все-таки должен мужчина. Ну а если нет мужчины рядом? Ты женат. Приходится с мелюзгой нянчиться. О, дядя Вася, пока! А я не понял, что это вы вдвоем с одной девчонкой гуляете, а? Да. А вы не переживайте, дядя Вася, вы, если что, можем на ней вдвоем и жениться. Да? Как это вдвоем? А так-то будем жить, поживать. Два через два. Или монетку кидать на ночь. Стой! Да я вас. Я вам кину монетку. Кину я им. Правильно доктор Лобков писал про стареющих извращенцев. Да. Пацаны-то наши на наркоманов похожи. Да что вы, кто вы? Какие у вас основания так думать? Признаки налицо имеются. Во-первых, компании собираются. А. Хихикают. Б. Да. Ну что, я тоже хихикаю. А водку не пьют. Ну... Я же тоже не пью. Чудак, человек. Вы же не наркоман? Нет. О! А наконец, у вашего сынка, я знаете, чего нашел? Что? О, чё! О! О, чё! Это же шприц! Еще какой шприц? Раз! Боже мой! Где же мы не доглядели мальчика? Где? Где? Могу объяснить. Вы химик. Я не химик, я ботаник. Вы ботаник. Жена доктор. Да. Шприцы, наверное, да по всему дому валяются. Нет, у нас не шприцы, у нас клизмы по всему дому валяются. Клизмы в вену неудобно. Да, ну что же делать? Надо посадить под домашний арест. Да, провести воспитательную работу. Никаких выходов на улицу. Изолировать его, так сказать, от подельщиков. Вот. Спасибо. Рак против наркотиков. Рок против наркотиков. Да. Это-то припрячьте. Только упаси бог самому воспользоваться. А чего это, а? Где? Показалось. Угу. А в доме-то ничего не пропадает там из вещей, из обуви? Я не замечал, а что? Это первый признак. Да. Да.
Что же делать? Что же делать? Я не поняла, что у нас проходной двор, а? Что соседи здесь ходят табунами, а? Голый в душ не сходить, а? Зинаида, только успокойся, пожалуйста. Я тебе сейчас все объясню. Объяснишь ты мне, натуралист. А я не поняла, где моя вторая туфелька? Все сходится. Зинаида, приготовься услышать страшное. Наш с тобой сын наркоман. Ты ремонт что ли сделал, а? Да, все своими руками. Самому нравится. Вот ты своими руками, а сынок-то твой наоборот. Сынок, да, наоборот. Чего наоборот? Поясню. А то наоборот. На девок он не заглядывается. А на кого? На кого? На парней. Вчера так на меня смотрел. И чего ты взял? Ты видел когда-нибудь, чтобы парень, будущий солдат, мылся так часто, а? Нет. Сам-то я раз в квартал в баньке пятки жарю. А одеколон по лестнице не пройти. Воняет. Ты когда-нибудь, вот ты когда-нибудь одеколоном душился? Одеколоном, говоришь? Нет. Внутрь только. Как я. А еще если в него гвоздик раскаленный сунуть, чтобы горечь вышла. Я не удивлюсь, если выяснится, что у твоей жены пропадают колготки и помада. Степан, а ты не видел случайно моих колготок и помады? Что, помада и колготки пропали? Да. Я весь дом перерыл, а нигде нет. Пойду еще раз под шкафом посмотрю. Вот первый, так сказать, звонок. Как же это, сынуля мой? О, папа дома, заходи. Папа! Арнольд Борисович не звонил? Арнольд Борисович Шварценеггер? Какой Арнольд Борисович, сынок? Арнольд Борисович, наш музыкальный продюсер. Мы же группу решили организовать. Подростковую. Ха-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Дек-зет, засохнут. Знакомься. Это Андре, мой друг, он из Франции, из Шампаня. Oui, monsieur. Je vous rendrai. Comment ça va? Comment ça va? Музыкант, отличный музыкант. На соляге лобай. Все понимает, с полтычка. Мы в комнату пойдем заниматься. Давай, давай. К нам не стучать, заниматься. А я, между прочим, на басу буду. Андрей, кстати. Все. Понял теперь, да? Не звонок, гудок уже. Я понял, все. Странно. Раньше в нашем доме мальчики табуном ходили, теперь нет никого. А что странного, да? Что странного? Молодо! Зелень, как в песне поется. Молодость! Ёба! Сегодня с одной, завтра с другой. Не то, что зрелый мужчина с расстановкой. А может быть, они уехали куда-нибудь. Может быть, их в армию забрали. Как Пашу нашего, сыночка моего.
точно. Уехали. В армии такие поносники не нужны. Точно уехали. В Марокко. С марокканками. Эх, марокканок. Весь подъезд знает. Этого не может быть. Ты мне не веришь? Не веришь, иди позвони. Позвони, спроси. Алло. Здрасте, это Таня. А можно Сережа? Здрасте. А Сережа... Тихо, тихо, тихо. Уехал. С марокканками? С марокканками, с марокканками. Сволочь. Сволочь! Да. Меня все бросили, я никому не нужна. А как же я-то? Мне нужна. Ты что, не замечаешь, как я это смотрю на тебя? Но ты жена. Ты женат на моей маме. Ты хочешь, я завтра разведусь? А люди что скажут? У нас такая разница в возрасте. Да плевать. А где жить? Квартира на маму записана. В казарму, ко мне, уйдем. С милым ведь и в казарме рай. Так? Так. 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 Что здесь происходит? Какая мерзость. Грязь. Как ты мог? Она же еще ребенок. Ей 21-22 года где-то всего. Убирайся из моего дома. Я сейчас пойду и сама заберу твои проклятые вещи. Чего это? Чего ж делать-то теперь, а? Делать-то чего? Успокойся. Выпей воды. Вон в холодильник залезь. Да. Да. Что там делает твой пистолет, папа? Папа Вася? Не знаю. Наверное, Нина спрятала, чтобы не испортился, а? Господи. Господи. Ты взял в руки пистолет. Ты хочешь убить маму, ты хочешь убить маму. Я? Ты. Ты. Все равно нам двоим не жить на этой планете. Выбирай. Либо она, либо я. Она. Ты. А может быть, я. Тогда иди. Ну да. А, это ты. А я здесь наш семейный альбом смотрел. А. Вот, на этой фотографии нашему Павлику год. Хочешь убить меня? Да. Нет. Да. Ты хочешь убить меня? Нет. Хочешь. Ты убил меня. А я так хотел увидеть тебя, генерал. Молодец. Настоящий мужчина. Давай-ка, Вася, сходи в ванну, умой ноги. А я пока избавлюсь от тела.
Ой. Ай. Танюша, ты скоро? Я скоро, скоро. А. Как мальчишка, волнуюсь. Ха. Мы вот с женой свидетели, и то волнуемся, да? Событие-то, прям скажем, неординарное. У нас в части первый случай такой. Я машину подогнал, когда едем? Таня, ты скоро? Все-таки в ЗАГС опаздываем. Ой, мамочки, сейчас! Это ж надо, что твоя бывшая-то вытворила, а? Бросить такого мужика в расцвете сил, нашего лучшего прапорщика, и уехать с каким-то штатским, какой-то Зимбабве, прости господи. Конго. Да какая разница? Главное, что Василий сегодня обретает счастье с девушкой, которую он знает с детства, воспитал сам для себя. Это счастье. Вот мне бы так. Здравия желаю. Сынок? Да. Это я. Меня по зрению комиссовали. Я на первых стрельбах полроты вложил в коленные чашечки. А ты что, папа, женишься? Я тебе потом объясню. Внимание, я готова. Выхожу. А! Правда же здорово, Васенька придумал, как нам отметить 20-летие нашей супружеской жизни. А-а-а! Так это была шутка. А я-то, дурак, думаю, что за ерунда, что за Зимбабве, да? Прости, господи. Конго. Да какая разница? А я думаю, что мы с моей Зинаидой тоже разыграем что-нибудь такое. Я бы хотел Отелло с ней разыграть. Ну, про Лемавра побывать, чтобы вот душить ее по-настоящему. Простите. Надо было мне всю роту уложить. Пойдем, любимый. Отметим наш свадебный юбилей. Пап, можно я с вами в ЗАГС не поеду? Меня ребята в кино ждут. Можно. Ихтиандр в воду невесте легче. Ha 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 ha